Всем привет! Сегодня у нас должен был быть обзор вот этого автомобиля. Автомобиль Willys MB 44 года выпуска, но стартер преподнес нам сюрприз. Как видите, его здесь нету. Потребовали замены втулки, поэтому обзор Willys мы немножко отложим. Может быть, даже сделаем небольшой тест-драйв по лесной местности. Но это будет уже, скорее всего, с понедельника. А пока я расскажу вам о другой машинке, не менее интересной. Вот эта копейка. Казалось бы, на первый взгляд, чудовище. Да, чудовище, кривая, косая. Но в этой машине есть кое-что интересное. Это автомобиль 1970 года выпуска из первой тысячи выпущенных. Машина в очень печальном состоянии, как видите. Ну, в принципе, как, наверное, большинство копеек сейчас. Косая, кривая. Вот. На лонжеронах у нас такая красота. Балка крепится через такие дивные переходники. Вот. Требует серьезного вмешательства в кузов. На машине немало, конечно, всяких колхозных, так сказать, деталей. Например, но салон, конечно, у нее очень печальный. Хотя вот кольцо руля, например, сохранилось. Или же вот хромированные ползунки на печке тоже сохранились. Конечно, требуют перехрома, но в теперешних условиях это уже возможно. Ну вот, такие приборы. Педаль, конечно, уже переделана на подвесную, к сожалению. Но все это мы будем возвращать обратно. Не сказать, что я фанат Жигулей. Ну, кроме разве что третьей модели. Но машину из первой тысячи выпущенных мне лично сделать очень интересно. Сохранились, например, стекла оригинальные, как видите. Вот на них такие фирменные логотипы, что еще раз подтверждает ее ранний год выпуска. Ну, вот такая она у нас красавица, скажем так. Есть мнение, что первые 10 дней конвейер выпускал только автомобили темно-зеленого цвета. Не знаю, насколько правда, но вполне может быть. Эта машина в оригинале и была темно-зеленая. Вот. Ну, пока так. Дальше о дальнейших работах будем вас информировать, если вам интересно. Ну и пишите свое мнение, как вы думаете, стоит делать такой автомобиль или нет. Я лично считаю, что автомобиль из первой тысячи точно достоин хорошей реставрации. Всем пока!